Павлодарский педагогический университет имени Алексея Маргулан является одним из ведущих учебных заведений нашей страны. В Павлодарском прииртыше это единственное учебное заведение педагогического направления. Университет предоставляет образование по четырем направлениям. Это высшая школа педагогики, высшая школа гуманитарных наук, высшая школа естествознания, высшая школа искусства и спорта по всем образовательным программам. Одной из инновационных образовательных программ университета является право, история и предпринимательство, которое содержит три вышеназванных направления науки. Подготовка специалистов данной образовательной программы осуществляется высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом, имеющим большой практический опыт. Остепененность образовательной программы составляет 67%, включая ведущих докторов и кандидатов наук. Выпускники после завершения обучения могут работать в организациях образования всех уровней, заниматься научно-исследовательской деятельностью, работать на государственной службе, а также правоохранительной и банковской системах. Выбирая эту специальность, вы гарантируете получение качественных знаний и практических навыков в области права, истории и предпринимательства.